Детские умные часы с поддержкой голосового ассистента Алисы, Wi-Fi модулем и поддержкой видеосвязи. Сегодня у нас на распаковке умные часы для детей от компании Elaria. Модель KidFone 4G. Комплект поставки стандартный. Сами часы, зарядка, инструкция и гарантийный талон. В отличие от взрослых часов, эти относительно габаритные и весят 56,5 грамм. Корпус часов выполнен из пластика и защищен от пыли и воды. С часами можно нырять на глубину до 1 метра и мыться под душем. А для фиксации на руке часы оснащены прочным силиконовым ремешком с протекторным рисунком. Дисплей здесь с диагональю 1,39 дюймов. Разрешение составляет 240 на 240 точек. Экран небольшой, зато он сенсорный. Над рабочей площадью дисплея вынесена фронтальная камера на 2 мегапикселя. Что же интересного в этой модели? Для развлечений есть встроенные игры, MP3-плеер и поддержка голосового ассистента Алисы. Дети любят с ней разговаривать даже больше, чем взрослые. Еще часы показывают количество пройденных шагов, мониторят пульс, позволяют принимать аудио и видеозвонки от родителей, а также звонить им самостоятельно. Для точного отслеживания геопозиции ребенка задействуются модули GPS, 4G и Wi-Fi. А со смартфона родители могут просматривать не только передвижение ребенка в реальном времени, но и всю историю перемещения часов. Что касается автономности, то она небольшая. Часы могут работать до 2 дней при спокойном режиме. Что в итоге? Часы для детей с поддержкой голосового ассистента, фотокамерой, возможностью звонить и функцией отслеживания для родителей – это просто отличные часы. Если ребенок ходит в школу один, и вы беспокоитесь за его безопасность, то такое устройство стоит рассматривать к приобретению.